по этой причине он никогда не был одинок. Его всегда окружали люди. Особенное отношение у него было с командой благотворительного фонда «Благодарение». А деток театральной студии «Ангелы блага» он называл солнечными людьми. Да, это так, говорил он. Они терпеливее, добрее, человечнее, скромнее, целеустремленнее, талантливее многих из нас. Мирголян Миргазянович был для них другом и товарищем, и просто добрым человеком. Плодом сотрудничества театральной студии «Ангелы блага» и Мирголяна Миргазяновича был спектакль «Поверь в мечту». Дорогие друзья, мы представляем вашему вниманию отрывок из этого спектакля. Давайте поприветствуем их. Вообще ничего не сделаешь. Ты больна и все время думаешь обо мне, о болезни. Ты уже опустила руки, я захватил твои мысли, твой разум полностью. От меня тебе не сбежать. Нет, не нравится мне все это. Она совсем перестала меня бояться. Ты обмануть мне совсем ее уже не удается. Что же делать? Надо что-то придумать. Хватит хныкать, нам нужно срочно звать нашу повелительницу. Бежим за ней. Скинуть тебя утащу.
Даша, добрые фея, я подарю тебе много, много золота и драгоценностей. Я сделаю тебя самой счастливой. Но мне не нужно никакого золота. Мне нужны мои добрые друзья. Что ты такое, девочка, говоришь? Зачем тебе вот эти вот друзья, когда рядом с тобой я? А золото так величественно, оно находится на самом дне, где темно и сыро. Давай я покажу тебе, как там красиво. Нет, не нравится мне все это. Что? Как? Не может быть. Море и темное дно – это не одно и то же. Море – это то, что наверху. Там тепло и ярко светит солнце и согревает все вокруг. А дно – это то, что внизу. Там очень холодно и сыро. Именно там человек оказывается, когда теряет смысл жизни, когда перестает бороться со всеми своими недугами и опускает руки. А я не хочу так жить. Неправда. Правда. Теперь я поняла, что многие мои преграды были выдуманы, а мы – дети добра, мы особенные дети, и для нас нет ничего невозможного. Театральная студия «Ангелы блага».